В этом году творческие работы на конкурс «Лучшая творческая работа на родных языках коренных малочисленных народов» предоставили 35 представителей коренных малочисленных народов. Отмечаем активность участников из сел Ачейваям и Средние Пахачи Алютырского района, сел Кавран и Усть-Хайрюзова Тигильского района, сел Каменское и Слоутное Пенжинского района, ПГТ Палану, села Ассора Карагинского района, села Анавгай и городов Елизово и Петропавловска-Камчатского. Особую благодарность выражаем преподавателям родных языков Татьяне Заевой, Лидии Сафоновой, Эмилии Кавранта за профессионализм, неравнодушное отношение к сохранению родных языков и за поддержку нашего конкурса. А также благодарим членов конкурсной комиссии Раису Авак, Валентину Дедек, Александра Смышляева, Сергея Вахрина и Екатерину Колч, на плечи которых ложится ежегодная оценка творческих работ. Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 11 декабря в филармонии на торжественном закрытии года культуры коренных малочисленных народов Северо-Камчатского края.